И снова я всех приветствую, зрители моего канала. Ну, в общем, декабрь начался. Начался декабрь с того, что объявили о закрытии Кристории. Люди теперь удивляются, а что произошло? Ну, я скажу так, если мы отделаемся только Кристорией, нам реально очень повезло. Потому что тут ситуация такая, что... Я вообще не представляю, что теперь будет. Но, господа, кто не знал, ладно, к вам претензий нет. Но кто вообще-то себя именует фанатами Весперии и фанатами Юрия, извиняюсь, которого никогда в природе не было, в помине. Ну, короче говоря... Вы как могли их перепутать? Вы за каким чертом ДЕ покупали? Естественно, Япония поняла все не так. Естественно, Япония восприняла это все так, что людям реально зашло, про что была ДЕ, про кого. В результате ваш персонаж потерян безвозвратно и не вернется. И этого могло бы не произойти. Фанаты 10 лет держали второго близнеца в узде. 10 лет она не мешалась. Что вы вообще сделали, люди? И теперь вы меня спрашиваете, что случилось с Кристорией, чем плоха Весперия ДЕ? В отрыве от основной франшизы? Вы что, вы издеваетесь? Я 5 лет своей жизни убила. Трубила во все трубы. Чтобы даже если вот это произойдет, хотя бы люди были к этому готовы. Нет, блин. Вы что думаете, я не знаю, Телс такие милые и пушистые, что вот сейчас один такой вот поворот, который можно откатить и все будет хорошо? Нет, не будет. Потому что Весперия всегда была той же бездной, только злее. Мы не знали детали, мы не знали подробности. Ну, сделать уже ничего нельзя. Мы можем только наблюдать, тем более из России. А если сейчас... В Японии фанаты по-настоящему взбрыкнут, мы останемся вообще без сказаний. Во всяком случае, без тех сказаний, которые у нас были все эти годы. Флагманская часть франшизы, фанатом которой являюсь я. Ну, в общем... Эта ситуация на вашей совести, потому что если вы не понимаете, насколько этот персонаж важен для всего, и насколько важно его удержать именно тем, кто нужен был, если вы сами этого не понимаете, нужно было слушать. Мы знали. Никто, ни я, ни мои друзья, кого я предупредила, ДЕ рублем не поддержали. Потому что мы нашего любимого персонажа уважали, в первую очередь, как вообще человека, а потом уже как определенное божество из Шумера Акадского пантеона. Другое! Который там описан как брат-близнец. В нашем сюжете, к сожалению, явление не просто непостоянное, а вообще временное. Дальнейшее развитие событий предложено наблюдать без него. Я нормально всем объяснила, да? Фанаты Юрия без мозгов, которые не могут отличить двоих, и не понимают, что такое таймлайн.
Поддержали не того персонажа, который был всем нам нужен. Что вы теперь хотите? Да, автор умеет прописывать настоящего дьявола. Да, вы все попали. Но шансы были. Потому что я говорю, 10 лет ее в узде держали. Пока Хидео Баба все-таки был у руля, она сидела тихо. Иштара, ну нет, я имею в виду. Кому это тело принадлежит на самом деле? А, вот. Все. Всем спасибо. По части Кристории все свободны. У нас даже сюжета дальше не будет в игре. Будет в каком-то другом формате. Что и требовалось доказать, что и следовало ожидать, ну... Без разницы. Все равно наблюдать до конца все вот это будем, даже если без него.